Объект архитектурного наследия «Дом Демби», в котором располагается Центр современного искусства «Арт-Этаж», предстал перед жителями и гостями Владивостока в обновленном формате. Произошла реконструкция фасада, кровли, замена оконных конструкций, замена дверных конструкций полностью из Океанского проспекта, из Фокина. Также есть несколько идей по появлению новых пространств внутри арт-этажа. Например, арт-салон, который мы тоже уже, наверное, года 3 планировали открыть. Наконец-то в рабочем режиме мы запустили его во время ВЭФ. Тут будет и мерч, и какие-то предметы искусства. То есть такой хороший туристический объект. По словам представителя подрядной организации, которая занималась реставрацией фасада, работа не ограничивалась одной лишь окраской стен и ремонтом кровли. Восстановлены даже некоторые утраченные рельефы фасада, а также исторические элементы, которые были скрыты при предыдущей реставрации. Например, кованые буквы над окном третьего этажа, инициалы первого владельца дома Георга Демби. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.